Миша, расскажи, что сегодня здесь будет, кого ты ждешь, сколько человек? Вас жду. Спасибо, что пришли. Это уже большое достижение. Вообще, на самом деле, то, что в телестудии «Окно» сейчас расширяются границы все больше и больше, то, что половина новостей на телеканале «Тонус» делают мои ученики, мои выпускники, да? Андрей Ковалов, Леша Петров, Ярослав Акимцев, Вика Андреенкова. То, что сейчас в ВГИКе у нас в Сергиево-Посадском филиале на каждом вот курсе есть по 3, по 4 ученика, это тоже, ну, дорогого стоит. А сколько выпускников вообще в ГИКа, ГИТРа, МГУ, я вообще не могу перечислить. Они сейчас работают вот от Сергиево-Посадского телевидения изданий до российского телевидения ВГТРК России. А сегодня мы ждем вообще самых маленьких. Вот самый-самый первый, первое занятие для ребят из 21 группы. Ну, 2021 год. Вот 21 год у меня набор уже. Ну, будем знакомиться с миром молодежного телевидения. Надеюсь, что они тоже потом эстафетную палочку возьмут у вас и тоже будут пополнять ряды российского телевидения и кино. Какие планы на обучение, на продвижение в 2021 году? Поддерживаются ли новые технологии? Подходится ли к этому? Постоянно наши праздники мы отправляем на «Тонус», на «Ждонежье», делаем программу «Лестница», киноконцертные аплодисменты, передачу интервью «Кто он?», «Кто она?», так, что, мастер-классы по изобразительному искусству Натальи Араповой. И вообще, знаете, перечислять можно долго. Вот, сейчас из техники вот появился последний вот этот пульт. Можно с 4 камер сводить прямо в прямом эфире, вживую. То есть, вот. И сейчас вот для интервью мы поставили уже в телестудии 4 камеры, потому что сегодня придет наш друг Владимир Владимирович Архипов, будет рассказывать про работу киношколы «Марк». В 6 вечера мы его ждем. Вот, обязательно в ближайшем выпуске программы «Лестница» покажем новые работы наших коллег. Вот, а здесь запишем с ним интервью. Вот. Также обычно в сентябре, ну, ребята делают передачи, кто как лето провел, кто куда успел съездить. Вот, огненную сову мы попозже будем проводить, через 3 месяца, как только новенькие начнут что-то такое делать, прям вот активное, вот, научатся. И это будет у них как итоговое занятие, через 3 месяца будем родителям показывать и голосовать за лучшие сюжеты. Всегда мы рады новым операторам, корреспондентам, телеведущим, и с удовольствием приглашаем их в телестудию «Окно». Новый учебный год уже начался. Так что все мальчишки и девчонки, кто там от 11 лет до 17, приходите в мир телевизионной и киношной профессии.